11 часов дня, второй избирательный участок в центре города, в 19-й школе. Члены комиссии успевают обсудить личные дела. Загруженность работой позволяет. По сравнению с настоящими выборами, более-менее день спокойный. 20 человек, на 11 часов, оно само за себя говорит. Предварительные выборы единороссы проводят для того, чтобы определиться, кто пойдет от них на выборы в Госдуму. Если раньше это решалось внутри партии, теперь же впервые она решила привлечь к этому все население страны. Кандидаты агитировали за себя, где могли. Их дебаты регулярно освещались на экране. Тем не менее, на участки пришли лишь самые сведущие и обязательные горожане. Это моя позиция гражданская, потому что я считаю, что я должна голосовать, и мой голос не безразличен. Я человек не просто избиратель, но еще и тот человек, который работает с людьми, и который должен уже иметь сформированную позицию. Поэтому я пришла выразить свою позицию. Чтобы все, дошло до каждого конечного избирателя, чтобы информация прошла полностью, то есть нужно было за эти 3 месяца, выше головы прыгнуть и огромные средства вложить. Но все-таки, те, кто интересуется политической жизнью, политической повесткой, в принципе, люди знают. Конечно, это не большинство, но таких людей на самом деле также есть, поэтому до каждого мы не достучались. Но такую цель мы себе и не ставили. Руководитель исполкома, кстати, сам стал участником предварительного голосования. В числе 8 кандидатов также были директор САЗа, один студент, несколько бизнесменов и депутат Госдумы. Наиболее вероятный победитель предварительной гонки Надежда Максимова специально прилетела в Абакан, чтобы в день выборов быть со своими избирателями. Очень важно, чтобы пришли действительно достойные люди, которые бы были, во-первых, патриотами, во-вторых, были профессионалами своего дела. В отличие от ряда других регионов, эксцессов и провокаций на участках не было. Все прошло спокойно и без нарушений. Явка по республике составила 6,7%, что в «Единой России» считают стабильным результатом. Марина Канадакова, Антон Новожилов, Вести Хакасия.